Выбежала с неоплаченным товаром. Челябинку поймали по подозрению в краже продуктов. Это кадры уже после задержания буйной женщины. Дама устроила настоящую истерику, когда ее попытались задержать сотрудники частной охранной компании. Позови полицию с посягнения. Так это долго они не могут экипаж ехать, всегда быстро приезжают. Сколько я слушаю. Да? Я без тебя разберусь. Мы на три переходили, во-первых. Давай так начнем. Ну ты же ко мне на ты обращаешься. Ну, я не собираюсь как бы это. Ну, во-первых, ты помладше моего возраста. Секьюрити вызвал персонал торговой точки, поскольку дама попыталась вынести из торгового зала товар. Все произошло в супермаркете на Комсомольском проспекте. Вынесла ли женщина продукты, не заплатив, неизвестно. Но по данным полиции, на нее составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство».